Диспетчер, преследуем подозреваемого. Он едет в Большую долину. Осторожно, он уже целенаправленно устроил 5 аварий и столкнул 12 машин с дороги. Понял вас, диспетчер. Мы не упустим этого автохама. Он оказался сзади! Теперь это мои дороги. Держитесь подальше или платите. Сваливаем отсюда. Надо срочно эвакуировать всех из района. Не знаю, что это за внедорожник. Лучше не связываться, учитывая, что находится в долине. Трансформеры. Роботы под прикрытием. Ты все время открыто слева. Спасибо. Буду внимательней. Это глупо. Ау. Ты не закрылся. Вот в этом месте. Нам надо бить кого-то, кроме друг друга. Слушай, Би! Привет, ребята! Вы пришли помочь мне каталогизировать артефакты с Кибертрона? Это очень весело! Найди нам, пожалуйста, миссию, Би! Сайдсвайп прав, лейтенант. Из-за бездействия мы теряем боевую реакцию. Нам надо вернуться к основам. В уставе правоохранителей Кибертрона сказано, что мы должны быть в состоянии постоянной готовности. Ха. Успокойтесь. Мы справились с серьезными угрозами, такими как Мегатронус, Старскрим и Островом Десептиконов. И всегда без потерь. Мы хорошо смазанный, решающий проблемы аппарат. Я пропустил. Извини, Рассел, да. Твоя оболочка стабилизатора не защищена. Меня не обмануть, Джетсторм. Шнурки завязаны. Вон там! Мегатрон насильно отнимает сахарный десерт у человеческого детеныша. Зря стараешься. Удачных ударов подряд. Ха, я готов к сегодняшнему чемпионату. Твоя точность впечатляет, Рассел. Сложно поверить, что буквально недавно ты был новичком. Хэнк в моей команде. Она помогла рассчитать угол для каждого удара. Теперь я никогда не промахиваюсь. Все проблемы решены, я могу справиться с чем угодно. Личный состав вызывается в командный центр. Срочно! Судя
судя по информации дорожного патруля о том, что водители сталкивались с дороги, возможно, это десептикон. Учитывая...